Мур, привет, друзья, с вами Зирько, а это новостной выпуск обновления 1.3.48. Если кто-то пропустил, Вейла выпустят во вторник 29 числа. Звездный скин Алисы будет доступен 1 февраля. Переработали основной скин Фанни и скин Юнги. Изменили облик Лейлы, Зайка. В магазин статуи добавили статуи Ангелы. Изменения героев. Немного увеличили размеры героев. Кая, Леоморт, Белерик, Тамус, Хуфра. Неожиданный реворк Белерика. Гвиневра. Второй навык. Первое применение. Назовем его прыжок. Немного уменьшили радиус урона от приземления. Второй навык. Второе применение. Отскок. На секунду уменьшили перезарядку. Ульта. Увеличили бонус от магии. Теперь 40% было 30%. Видимо, речь идет о вторичном уроне, поскольку первый бонус аж 500%, следуя описанию. Теперь подкидывает 5 раз, что увеличивает продолжительность стана в воздухе. Но на проверку подкидывает столько же, всего лишь 3 раза. Возможно, исправят. На данный момент исправили баг, когда навыки Гвиневры наносили урон по башням. Лапу-лапу. Ульта. При активации ульты получает бонус к защите в 80% вместо 50%. Теперь при активации ульты Лапу-Лапу может смело вырываться в гущу врагов. Действует бонус примерно половину времени двуручного меча. Исправили проблему урона у автоатак. Уранус. Первый навык. Изменили формулу расчета потребления маны. Теперь навык будет забирать меньше маны. А вот пассивку чуть-чуть ослабили. Забрали единичку исцеления. Лолита. Первый навык. Исправлена проблема расчета урона. Хуфра. Ульта. Увеличили радиус урона. Сан. Пассивка. Мало того, что ранее убрали стаки, получаемые от клонов, так теперь срезает 8% брони, а не 10%. Бедная обезьяна. Баданг. Первый навык. Немного уменьшили перезарядку. Прирост ХП от уровня теперь 220, а был 205. Изменили логику препятствий. Видимо, это о том уроне, который выходил за рамки второго навыка. Леоморт. Вернули бонус к первому навыку ульты, теперь, как и на основном сервере, 120%, а бонус к защите не вернули, значит во вторник он получит нерф по броне. Клауд. Уменьшили прирост физической защиты, теперь 3, а не 3,4. Кимми. Первый навык. Уменьшили физический бонус до 40%, было 45. Олдос. Первый навык. Бонус за контракт уменьшили, теперь 7 очков, а не 8. Фарамис. Ульта. Уменьшили перезарядку на 10 секунд. А знаете что? Теперь это класс не мага, а маг-саппорт. Да ладно! Да ладно! Потребовалось несколько обновлений, чтобы присвоить класс, озвученный мною в обзоре. Фанни, оптимизировали дисплей, что бы это ни значило. Вот все серьезные изменения грядущего обновления. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь видео и, конечно, ставьте лапки. Всем пока!